Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня выделила свободная минутка для прошива телефонов. Обычно их прошиваю по 10 телефонов сразу, чтобы потом не возвращаться, что работаю на одном компьютере, а прошивается на другом. Так, сегодня у нас Nokia X202 в хорошем состоянии, смотрите. Один только косячок, но это транспортировка. Вот здесь вот такая вот царапина. Все, телефон полностью в оригинальном корпусе. Оригинал и задняя крышка. По комплектации вы получаете новую аккумуляторную батарейку BL4C, потому что телефоны приходят без аккумуляторных батарей. Если иногда бывают дешевые версии, которые я продаю, я там ложу обычные дешевые китайские. Эти чуть-чуть получше качеством, под оригинал. Давайте смотреть, проверять. Значит, по комплектации выяснили. Телефон и аккумуляторная батарея. Если надо дополнительно блок питания оригинальный или наушники, это все доп. Аксессуары. Они в сумму не входят. И стоят отдельно за них, потому что я их покупаю в Украине. И платите вы за них отдельно. Думаю, подсказал, рассказал. Если непонятно, видео прокручиваем наперед и смотрим. Так. Сразу загрузил, поменял тему. Мне нравится под вот эти голубые кнопки. Я поставил такую голубую тему. Конечно, можно поставить любую. Тут их 4. Клавиатура нажимается мягко. Клавиатура имеет белоснежную подсветку. Смотрите, ребята, полностью вся светится. Так, ну и погнали по менюшке. Первое. Это у нас календарь. Сейчас вот так сделаю, чтобы было видней, поярче. На каждый день можно добавить заметку, посмотреть, сделать обзор, как ежедневник, на каждый день поставить метку. И телефон будет вам сигнализировать, что какое-то событие вы пропускаете. Далее. Здесь у нас будут созданы контакты. У нас полноценный есть русский, полноценные языки. И поэтому мы можем сюда занести, удалить, получать смс-ки на русском. Сложностей, думаю, никаких не будет. Далее. Есть отдельная папка «Электронная почта». На карточке 0, поэтому просто мы сейчас не сможем зайти в электронную почту. Далее. Фотографии. Камера. Выбираете объект. 5 мегапикселей камера. По-моему, 5. Плюс незамыленная, неубитая мыльница делает хорошие фотки. Фотку можно отослать, поставить на контакт. Сложностей никаких не будет. Дальше. Здесь будут храниться мои фотки. Плюс я поставил, видите, карту памяти на 2 гигабайта. Он ее читает. Ставится она вот сюда. Только вот не до конца закрыл слот. Вот все. Теперь до конца. Вот здесь можно записать видео, посмотреть фотки. Это фотки интуриста с Германии, который телефон я получал. Поэтому, ну, то другой. Это у меня проверочная. Также, если хотите, карта памяти можно купить. Дальше. Сообщения. Здесь можно написать новое сообщение, русский язык есть. Переданные сообщения, черновики. Дополнительно, здесь вот чат, архив, удалить сообщение. Короче, полный хварш. Интернет. Ява приложение мы поддерживаем, Ява есть, поэтому спокойно заходим в интернет, качаем музыку, картинки, игры, все что хотите. Магазин Ovi, увы, уже не работает. Далее, это у нас музыкальный плеер и радио. Для того, чтобы слушать радио, 3,5 мм в наушнике. Это у нас для тоненького штырька для зарядки. И микро-USB кабель. По нему также можно заряжать телефон и передавать информацию. Дальше. Игры.
Не знаю. А, есть после прошивки. Отлично. Их, кстати, очень много. Гляньте. И змей, и судоку, и ралли 3D. И моя любимая игра City Box. И это не демо-версия, а полноразмерная, которую не надо покупать. Выбираете игрушечку. И вперед за орденами, как я говорю. Самое главное выбрать амплитуду, когда будет стоять блок. Вибрик можно отключить, включить, как вам угодно. Ну, смысл вы поняли. Можно играть до утра. Далее, по приложениям. Есть у нас будильник. Есть у нас калькулятор. Все считает. Так, галерея. Здесь у нас, видите, открывается карта памяти отдельно. И фотографии, которые... А, он их автоматически складывает на карту памяти, чтобы не засорять себя. Отлично, все отлично. Дальше, дополнительно, что у нас есть? Ага, игры я вам показал. Коллекция, браузер, конвертер. И вот здесь, по-моему, опера должна быть. Фрик, флик, шмик. А, оперы нет. Может, какой-то другой браузер Ови. Все. Дальше. Есть диктофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка диктофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка диктофона. Все работает, ребята, отлично. Дальше список дел, заметки, таймер, секундомер. Дальше журналы. Кому мы звонили, кто нам звонил, все хранится здесь. Длительность вызовов стерта, но датчик, который лайфтаймер не обнуляемый, он работает. Режимы выбираем на улице. Сейчас я вам покажу громкость. Это музыкальный телефон. Музыкальное качество шикарное. Так, тут должны быть, да, 43 мелодии. Смотрите, сигналы вызова 31. Так, сейчас мы сделаем вот что. Мы отключим вибрик. Мне он не нравится, я его терпеть не могу. Так, вот, Nokia Tune. Кстати, вот эти мелодии можно открыть в плеере и управлять им с плеера. Вот видите воспроизведение. Сейчас покажу. Так, сейчас. Сигналы. Вот они, темы, что я вам говорил. Смотрите, здесь есть темная тема, голубая, потом вот такая вот темная, потом есть светлая тема. И вот такая голубенькая с травкой, ну, это на любителя. Дальше. Сигналы. Дисплей. Дата, время. Так, настройка даты. Дата у нас 12.08.2021. Время 21 час. Ну, пусть будет 00. Так. Быстрый доступ, подключение Bluetooth, GPRS, USB кабель. Вот тут сверху подсоединяется. Далее, вызовы, телефон. Вот языковые настройки. Английский, русский, ну и тер-тер-тер-тер-тер. Это вот такая была прошивка именно под эту голубую модель. Другой, увы, не было. Можно было прошить другой прошивкой, но тогда не было бы голубого, был бы или красный, или какой. Он бы не соответствовал. Я сделал, чтобы было полное соответствие. Далее,
Так, вот сейчас откроем музыку. Смотрите, моя музыка. Все дорожки. Ну, это, короче говоря, которые, видите, они не стерлись. Но я боюсь их включить, потому что может просто меня заблокировать YouTube. Поэтому я их просто не буду делать. Но музыку вот эту вот можно переключать. Просто я не помню как, если честно. Так. Хотел вам быстро показать. И честно подрастерялся. Так, ребят, не знаю, как это делать, но чтоб не забанили, поэтому не будем экспериментировать. Надо просто накачать музыку на флешку и потом слушать. Так, давайте позвоним. Громкость у нас во время разговора меняется вот этой вот клавишей. Слышно очень хорошо. Бонуси та знижки лише для вас. Натисніть 1. Перейти далі. 2. Заміна тарифа. Натисніть 1. Позачергове замовлення пакета послуг. 2. Послуги для заощадження в Україні та за кордоном. Натисніть 3. Все работает отлично. Так, и мы телефона покупок. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим лайфтаймер и маечку. Звездочка, решетка 06, решетка, имей телефона 5110. Давайте посмотрим лайфтаймер. Значит, лайфтаймер у нас телефон 2010 года. И лайфтаймер 6 часов 31 минута, реальный, который не скрученный. Даже при прошивке он остается. Так что вот как-то так.